When the government, the power in this country, is trying to take over, in a hostile way, take over the only independent national channel, what can be more eloquently speaking in favor of the threat of, to the freedom of the press? А сейчас ситуация вокруг НТВ показывает, что власть не желает терпеть средства массовой информации, которые могут влиять на значительно по объему аудиторию. А будущее за нами. За нами правда и за нами свобода. Спасибо, что пришли. Мы выиграем! Сейчас. 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 Сейчас.